Привет, я страшный коронавирус. Скорее всего, ты уже слышал обо мне. Я повышаю температуру тела, вызываю кашель и затрудненное дыхание. Но заразившись мной, ты, скорее всего, не умрешь. Большинство людей переносят мою инфекцию легко и выздоравливают в течение 2 недель. Да, к моему сожалению, от меня можно полностью вылечиться. Наибольшей опасности подвержены ваши бабушки и дедушки. Ведь часто они имеют и другие хронические болезни. Ваши врачи сильно портят мне работу. Если хотите заразиться мной, пожалуйста, почаще трогайте глаза, рот и нос, особенно в общественных местах. Никогда не носите медицинскую маску. И главное, никогда не мойте руки. Сегодня вам говорят, поменьше выходите из дома, не ходите в публичные места, но я требую обратного. Контактируйте и заражайтесь. И помните, чем больше вы распространяете обо мне слухов, тем лучше. Паникуйте! Вместе мы победим коронавирус. Узнайте больше на сайте stopcoronavirus.rf.